Сотрудников банковской системы и бухгалтерского сектора чествовали в Анапе. Специалистов анапских организаций поздравили с их профессиональными праздниками. В торжественной обстановке анапчан, отличившихся по итогам года, наградили почетными грамотами и благодарностями мэра курорта. Я хочу поздравить вас от имени главы и от себя лично, от всего нашего трудового коллектива с двумя сразу праздниками, с Днем банковского работника и с Днем бухгалтера и аудитора Краснодарского края. На самом деле, что касается банковского сектора, ну, безусловно, не может существовать ни без аудиторов, ни без бухгалтерских работников, но как отдельная, скажем так, каста. Не зря говорят, что банковский сектор – это кровеносная система экономики. Хочу поблагодарить вас, коллеги, за работу, за тот ежедневный труд, от которого зависит и в какой-то степени стабильность и возможности и нашего бизнеса, и наших людей, граждан.